Новости в эфире информационного канала Севастополя. В студии Арсений Ковалевский. Размер резервного фонда Севастополя в 2016 году увеличится почти на миллиард рублей. Сегодня на внеочередной сессии законодательного собрания депутаты рассмотрели поправки к главному финансовому документу города. В частности, запланировано ранее повышение зарплат госслужащим не будет. Сократится и объем средств на освоение сельских территорий. На 100 миллионов сократится финансирование аппарата губернатора. На реконструкцию психоневрологического интерната тоже потратят меньшую сумму. Кроме того, полностью упразднят финансирование программы поддержки российского казачества. Все поправки были рассмотрены и одобрены бюджетной комиссией законодательного собрания. Завтра депутаты планируют проголосовать за бюджет Севастополя во втором чтении. Мы не получили обоснования суммы по резервным средствам на финансовую поддержку средств массовой информации в объеме 52 миллиона и поддержали поправку Чалова Алексея Михайловича. Следующая поправка, это моя была, об уменьшении средств на софинансирование расходов за счет средств бюджета города Севастополя в сфере реализации госпрограмм по поддержке сельхозпроизводителей на 67 миллионов. Я хочу сказать слово благодарности за то, что в таких условиях депутаты законодательного собрания рассматривают бюджет. Это объективные причины. Мы, органы исполнительной власти, были в такие причины, в такие условия поставлены и, соответственно, депутаты законодательного собрания. 25 севастопольских сотрудников МЧС по случаю профессионального праздника награждены ведомственными медалями. В минувшее воскресенье в России чествовали спасателей. В этот день служба отметила 25-летие со дня основания. Специалистов Севастопольского управления поздравили представители городских властей и духовенства. В 2015 году силами подразделения городского ведомства проведено более 2000 операций, обезврежено порядка 1500 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и спасены жизни 82 человек. Минувший год запомнился спасателям полным переоснащением техники. Город получил новое оборудование современного класса. Среди них пожарные автоцистерны, коленчатый подъемник, аварийно-спасательные автомобили, обмундирование. Все приобретения 2015 года горожане смогли увидеть на праздничной выставке техники на площади Нахимова. В этот день был освещен современный скоростной катер, одно из последних приобретений севастопольских спасателей. Город Севастополь может спать спокойно, потому что техникой переоснащены мы на 100%, оборудованием на 99%, осталось чуть-чуть. Сейчас вы видите на заднем плане многонациональный пожарно-спасательный катер, который не только может спасать на воде, но и обеспечивать безопасность и готовность безопасности в летний период. Театры становятся доступнее для людей с ограниченными физическими возможностями. Севастопольские учреждения культуры начали оборудовать пандусами и электрическими подъемниками. Одним из первых стал театр имени Луначарского. В последние дни уходящего года он радует зрителя премьерами «Доходное место» и спектакль «То да сё». Оборудование здесь установили в рамках программы «Доступная среда». Пандусы и подъемники – маленькая деталь, которая в преддверии праздников стала большим подарком для людей с ограниченными физическими возможностями. Я получила травму в 1989 году. Получила травму позвоночника. И в 1989 же году последний раз была в театре до травмы. В этом театре именно. Вот 26 лет я сюда не могла попасть. И вот, наконец-то, моя мечта осуществилась. И мы видим, что в преддверии Нового года мы буквально стараемся сделать все для того, чтобы выполнить программу «Доступная среда» для инвалидов. Это наша одна из основных задач, потому что до этого в Севастополе не было такой программы. Но с приходом в Россию такая программа есть, и она начала действовать. Вот сегодня мы открываем пандус и два подъемника в театре имени Луначарского. Завтра, послезавтра в библиотеке и в кинотеатре. То есть стараемся сделать все, чтобы всем было доступно это культурное заведение. Сегодня мы пригласили людей с ограниченной возможностью, и мы поняли, что и этот зритель может приходить к нам в театр, и мы с нежностью приглашаем всех. Мы опробовали вот наши пандусы, подъемники. А в новом году ждет нас 7 премьер.
В преддверии Нового года для ветеранов войны и труда, а также воинов-интернационалистов организовали губернаторский прием. Глава города Сергей Миняйло поздравил присутствующих с наступающим праздником, поблагодарил ветеранов за мужество и стойкость, проявленные в годы войны, и за патриотическую работу, которую они, не прекращая ни на минуту, ведут в наши дни. Сергей Миняйло вручил руководителям ветеранских организаций благодарственные письма. Я просто хочу вам пожелать... Вернее, поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам самое главное – здоровья, самое главное – душевного спокойствия и тепла, самое главное, чтобы вы у нас были всегда. Мы на вас равняемся, мы вами гордимся. Спасибо вам за то, что вы есть, спасибо вам за то, что вы сделали. И делайте сегодня. И о ситуации с энергообеспечением города. По состоянию на 5 часов вечера воскресенья 28 декабря лимит подаваемой электроэнергии составлял 190 мегаватт. Информацию озвучили сегодня утром на оперативном штабе ликвидации последствий ЧС. Применением мероприятий организационных, технических, мы запускали дизель-генераторы, удалось избежать... Применение графика временного ограничения, то есть население не отключалось в течение прошедших суток. Аварийных отключений по высоковольтным сетям не зафиксировано, по низковольтным сетям было 7 заявок, все устранены. Все объекты теплоснабжения, газа и водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме. Запасов бензина хватит на 7 суток, на подвозе топлива еще на 19 дней. Без перебоев работает стационарная мобильная связь, а также интернет. Заместитель губернатора Алексей Еремеев вошел в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства Владимира Путина, сообщает сайт правительства Севастополя. Общая численность президентской базы данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных органов исполнительной власти составляет 140 человек. Представители Крыма и Севастополя в его состав вошли впервые. В Центральную городскую библиотеку имени Льва Толстого поступило уникальное оборудование для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Компьютеры с программами экранного доступа, дисплей Брайля, планшетные сканеры и принтеры – всего 3 комплекта современных технических устройств доставили из Москвы по программе «Доступная среда». На эти цели из госбюджета был выделен 1 миллион 31 тысячи рублей. Кроме того, в учреждение впервые поступили 4 портативных маркера диктофона. Оборудование поможет слабовидящим читателям самостоятельно ориентироваться в библиотечном фонде. В 2016 году стартуют семинары и мастер-классы по работе с новым оборудованием. Люди с ограниченными физическими возможностями смогут посещать их бесплатно. Также у нас есть читающая, сканирующая машина «Перл», которая сканирует и читает плоскопечатный текст. Теперь нам возможно это, и нам не нужно дополнительное оборудование, нам не нужно что-то печатать, не нужно ждать, когда выйдет какая-то новая книга. То есть можно взять совершенно любую книгу и прочитать ее слепому. На этом у меня все, а эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами.